Производители мебели Кузнецка могут вести свою деятельность более успешно, отчего выигрыши будут все жители города. Для этого рекомендовано активнее развивать мебельный кластер. Речь об этом шла на стратегической сессии «Развитие города через кластерное развитие». Она прошла в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец». Здесь собрались несколько десятков представителей предприятий по производству мебели. Для общения и организации работы с ними по приглашению Центра кластерного развития в Кузнецк прибыл федеральный эксперт, с которым сотрудничают ведущие российские сообщества предпринимателей. Вы крупнейший кластер мебельный в России, и действительно перспективы есть, тем более, что сотрудничество не такое хорошее, как может быть, а это зона развития. А наша задача – найти на стратегической сессии точки соприкосновения и партнерства между ними, потому что они значительно могут быть более успешны, как предприниматели, как компании, развиваться лучше, если они найдут, вот как они могут сотрудничать, например, в закупках, в развитии брендов, в продвижении, в каналах сбыта и так далее. Выступивший на сессии глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский отметил, что для нашего города другой альтернативы, кроме как развития малого и среднего бизнеса, нет. Власти предпринимают все зависящие от них меры по развитию делового сообщества. Понимаю очевидную пользу от данных усилий. Не может быть такого, что в бизнесе хорошо, там, я не знаю, предприятие хорошо работало вокруг, значит, не считая захолустья. Так не получится процветать. Поэтому, на мой взгляд, бизнес того же нашего города Кузнецкого кровно заинтересован, развивался город в целом. У власти и сообщества мебельщиков налажено тесное сотрудничество, но потенциал для развития по-прежнему значителен. Но это должно быть более системно, более фундаментально и более целенаправленно. Тогда у нас действительно преобразование, положительные изменения в жизни города в целом будут появляться. Обсуждение в ходе сессии велось группами. Представители каждой из них высказали свое мнение относительно того, какие проблемы мог бы решить мебельный кластер. Мы выяснили, что было бы классно, если в Кузнецке будет шоу-рум, где мебельный кластер мог бы выставить свои экспозиции. Среди обозначенных проблем значится также возможность проведения госзакупок, обеспечение и подготовка кадров, логистика, экспорт продукции. Часть поставленных проблем может быть решена во взаимодействии с властями города, учитывая положительное отношение муниципалитета к развитию мебельного кластера.